Всем привет, ребят, с вами Фрид. В последнее время мне часто начали писать про то, где Geometry Dash? А чего ты не снимаешь? Так вот именно поэтому я решил заснять прямо сейчас Geometry Dash. Остановились мы, по-моему, на том, что мы прошли два уровня, или не прошли два уровня, там чуточку не дошел второй уровень, но сейчас, мне кажется, мы все отлично пройдем. Так что начинаем с второго уровня. Первого мы прошли. Back on track, я давно тебя не видел. Ну, в прошлый раз я не прошел этот уровень, но уверен, в этот раз все будет по-другому. Все, окей, надо просто собраться, это же просто уровень. Просто уровень, в прошлый раз я его не прошел, а в этот пройду. И все-таки скажут, нихера ты тупой. О, спасибо, голубой цвет. У меня есть синий. Новый цвет в инвентаре. Нужно вставить его после игры. Мне кажется, будет круто выглядеть. Нет, аккуратнее надо быть. Я не помню, Да надо просто собраться, просто все будет, когда соберешься, возьмешь все в свои руки. Боже, этот музон просто великолепен, а я нет. Шлюха Боб, ты просто шлюха, если не пройдешь этот уровень. Ты будешь шлюхой, даже если не пройдешь этот уровень. Я тебя использую как шлюху. Ой-ой-ой, заходим далеко. Полетели. Мы летим. Ура. Что может быть лучше этого? Разве что немного пельмешек с кетчупом. Отличное сравнение, летим дальше. Шикос, вхожу в одну дырку, во вторую, в третью щель. Боб молодец, вошел во все щели. О боже, мы на этом умирали постоянно. Сейчас не умрем. Нет. Что-то пошло не по плану. Ничего страшного, сейчас все будет окей. Главное просто нажимать вовремя на кнопочку и быть внимательным. И не смотреть на экранчик. Не смотри на экранчик. Соберись. Мы уже почти приехали. Опять мы летим. На чем мы это летим? Это какой-то карандаш. Летающий карандаш. Доходим до экстремального момента. Экстремальный момент. Ща будет. О господи. О, началось. И я опять зашел. Вот сюда зашел. И сейчас пройду. Главное залететь и подпрыгнуть. Нет, не надо. О господи, какие же у меня шаловливые ручки. Постоянно нажимают не на то. С ними надо что-то делать. Например, нажать сейчас, а не смотреть в экран. Слушай, Боб, мне нужна твоя поддержка, Боб. Прямо сейчас. Пойми это, Боб. Боб, мы должны с тобой быть очень близки. Боб, почувствуй. Почувствуй. Ты мне должен сейчас помочь, Боб. Боб, вот прямо сейчас. Держись, Боб. Боб, ты космонавт? О, господи, первый блок, который побывал в космосе. Вперед, блок Майнкрафта! Боб! Боб, это твой экзамен. Соберись. Одна щель, две щели, три щели, во все щели зашел. Шикос. Ой, началось. Здесь надо контролировать себя. Чтоб не делать ошибок. Это джаджи! Давай, Боб! О боже, не доходили до такого! Ес! Спина вспотела, что-то жесть. Окей, ребят, немедленно мы сразу приступаем к третьему уровню, чтобы побольше сегодня пройти. Мне кажется, нет смысла там менять нашего Боба, он выглядит очень даже сексуально, поэтому мы умерли. Ой, музыка нарастает. Ой-о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 й! Вот это было жестко. Жизнь меня к такому точно не готовила. Но ничего страшного. Главное подойти к этому моменту поближе и попробовать пройти его еще раз. Мне кажется, если кликать быстро, можно на все попасть. Наверное. Будем на это надеяться. Ой, начинается. Ой, прошел. Так, здесь не надо было. Я дальше зашел, капец. Ой, лучше по низу лететь. Что-то здесь много всяких квадратиков. О, смотрите, по низу отлично пролетели. Че ты? О!
Боже, ни хрена себе, это ж с первого раза почти прошли, или не с первого. Я забыл, сколько попыток было. Ой-ой-ой. 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 Ни хрена себе. Господи. Отлично. Ой-ой-ой. Блин, сколько там уже процентов уровень-то накапал? Ой, начинается, что-то сейчас будет. О, господи. Ни хрена себе. Зеленый фон, как в начале. Щель. Бах, бах. Нет! Ой, жара начинается. Жара. Так, главное сейчас не спейлиться, потому что мы очень-очень далеко зашли. Очень далеко зашли, и мне кажется, сейчас лишь бы не спейлиться. Соберись, бред. Главное нажимать все правильно, следи за блоками, которые растут. Так. Отлично. Здесь прыжок вовремя, все по таймингу. Ой, по таймингу щель. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Yes! За 3 минуты 37 секунд. 5 попыток. Я молодец. Окей, сразу немедленно мы приступаем к драйауту. Мне кажется, 4 уровень или какой-то по счету мы тоже пройдем. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что-то музыка нарастает, это мне не нравится. Не нравится. Окей. Что это? Что? Какого? Как я это должен проходить? Нет, 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 нет. О, господи. Как я это должен пройти? Здесь щель, здесь щель. Прыжок, 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 прыжок. Отлично. Господи, мы справляемся. Прыжок. Справляемся. О-о-о-о! Мы до такого не доходились. Опс. Не доходили до такого. Что-то новое. Ой-ой-ой. Полетели. Шипы, повсюду шипы. Надо быть аккуратным. Так. Ну ни хрена себе, мы сейчас пройдем драйаут. Или нет? Сколько там процентов, ребята? Подскажите, нет! Вперед, Боб, шлюха, ты должен это сделать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Боб, шлюха, ни хрена себе! Я об этом не знал. Да, блин. Давай, Боб. Настал твой звездный час, да не здесь. А вот эти моменты всегда проходятся очень сложно. Боб не может их осилить. Мне кажется, наш Боб дрыщебол. Ой, шипы, на них точно лучше не попадаться. Прошлый раз... Да ничего же, Боб. Опять это дерьмо. Опять сраные кубы. С ними нельзя иметь дело. Я не понимаю, почему я не могу пройти вот этот дебильный момент. Careful, careful, my man. Careful. Ой, зашли опять далеко. Ой-ой-ой, мне кажется, мы идем на рекорд. О, господи. Это я определенно рекорд. Ну уже... Да! Тридцать одна попытка. 12 минут мучений. Это писец. У меня в глазах вот так вот ездит. Окей, ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Если вы хотите продолжение Gamia 3Dash, то ставьте 4000 лайков, и выйдет ваше продолжение Gamia 3Dash. Я пройду остальные уровни, также пройду уровни, которые там есть в мастерской. Там много уровней интересных, так что обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Фрид, всем удачи, всем пока!